выдвинулись на рыбалку. Время без 4:05. Погода не очень. Все обложило. На улице грязно. Ну, давление низкое. У нас дома ничего не держит. Сегодня вдвоем с Иваном. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Так что сейчас доберемся, только выезжаем. Надеемся поймать. Едем, как обычно, на сазана. Ну все. Приехали, расположились, закинулись, прикормились, сидим, ждем. Пока тихо, вон Ваня идет. Что, завтракать будем? Все, закормились, откинули, не забросили, удочки тоже, ждем. Ждем? Видишь сазана, да? Нет, не вижу. Здесь обычно... Обычно часов в 11 начинает. Сюда рано вообще ехать не стоит. Ну что, дома не сидеть же, да? Да, конечно. Мало ли. Что, табуретку не взял? Табуретки у меня нет. Что там, говоришь, у тебя? Пицца? Пицца и зефир в шоколаде. Давай пиццу поедим. У меня там котлетки есть. Ладно, это мы снимать не будем. Как мы будем тут жевать? Когда рыба клюнет, тогда... Так, подошли к Ване. Говорит, десяток карася поймал, сазан один ушел. Короче, ждем. Ждем, да. Вон клюет опять карась. Карась дрочит и дрочит. Ладно, хоть хороший карась. Это такое было вообще. Не передумал, еще клюет. Еще рыбачок идет. Как у тебя? Мы одного взяли с батей. Хороший? Ну, одного на полторашку. Батя около полторашки. У вас бинта не будет? Бинта? Ну. А что случилось? Да, батя, подсказываешь, на хабанку руку пропорол. Сильно, да? Ну, вот тут вот, в этом месте. У меня даже аптечки в машине нет. У него-то откуда? Да, он, может, запасливый у нас. Ну, хотя дойди, узнай. Все может быть. У Павла Федоровича все с собой. Ну. Короче, у тебя тут карась, да? Карась. Ну. Фигачит. Фигачит на две удочки. Ну, на одну подсек, блин, вторая поплавок ушел. Поднимаю, там еще один какой-то. Докрути. Надо закрутить. Угу. О, клюет. А? Сейчас. Закину, попробую. Закидывай. Клюет. Клюет. О, это сазан, наверное. Это, наверное, сазан. И здесь тоже, по-моему, что-то. Нет. Подцепил. Это сазан, да? Ты себя зацепил? Нет, карасик. Карасик. Так, карасик.
Ну это еще как бы малек. Это как бы еще если малек. Покрупнее экземпляры, да? Да это кого, грамм 400, наверное. А здесь, я говорю, до килограмма они клеют. Ладно, пойду тоже половлю. А? Иди пей, я же говорю, я захочу попью так. Пойдем сходим к Паше. К Паше дойдем. Че, Паш, всех карасей выловил? Нет еще? Не всех. А сазана поймал? Ни одного. А сходы? Ни одного. А у тебя? Один. А один есть? Да. Большой? Полторашечный. Ух ты. Молодец. Потому что в зимних сапогах, а я... Ну, конечно. Потому что Топтыгины и нет. Кто там у меня? Короче. Ой. Тори. Там шарится. Я уже замучился вязать, перевязывать. Че? Рвешь, что ли? Да ну какой рвешь, я, блядь, не могу. Я не могу, я сейчас просто не вижу, блядь, поплавки. Вообще, замучился, как бы. А, поплавки перевязываешь, что ли? Да. Ну, карасей-то ты, смотрю, дергаешь. Я сейчас подкормил, маленько подожду. Маленько подождем. Да давно уже. Часа полтора назад. Ну еще один был. Точно он. Есть он. Да он там куда садится-то? Там голова на голове сидят. Здесь лучше потихонечку. Ладно, будем ждать. Короче, давление низкое, да? Сазан сегодня не хочет брать. Одного кое-как выловили. В основном карась. А? Карась неплохо, в принципе. Ну, подними, сколько там у тебя? Домой часов 8 поем. Опусти его на землю. О, как больше. Но. А ты нормально уже поймал? Но. Прямо такой. Ведра два точно. Ну, порядка весь такой. Да. Так он вкусный. Но. Вот сазан что-то сегодня не клюет. Я что хочу, я до вечера подождать. Может, шевельнется. Что я хотел тебя спросить, а эти уехали, да? Что-то худела, по-моему, машина, но я что-то даже не... Нет, вроде там кто-то ходит. Ну-ка. Нет, стоят еще. Не, а Паш спросил, чтобы я у тебя спросил, если что, заберем его. Если он с ним еще не уедет, если останется, то там закинешь его. Так, ну что, что-то у меня уже жопа устала сидеть-то. И чай уже кончился, по-моему. Вот это пыль там было еще сейчас, нет? Короче, все, отрыбачили. Там он тучи надвигается. О, какие! Тучи. Надо сейчас быстро одеваться и валить отсюда. Вот поймал. Короче, сегодня карась клевал. Чисто карась. Ну, пару сазанчиков.
такой один сазанчик. И второй побольше. Вот такой. Пойдет на жареху. Ваня больше поймал карасей. Все, всем пока. Так, домой. Все, теперь точно всем пока. До следующего раза.